Серебряная симфония зазвучала в Москве. Ювелирные украшения дагестанской художницы были представлены на выставке в российской столице. Художница Алипат Багаева показала более 100 авторских ювелирных произведений. Это кольца, серьги, браслеты, кулоны, ожерелья и колье. В своих работах автор демонстрирует новое понимание традиции. Она объединила старое и новое. Современные орнаменты органично воплощаются в традиционных формах украшений. Художнице удалось выработать собственный авторский почерк. Он отличается гибкостью линии растительного узора в сочетании с насыщенными цветами камней. Этот год для меня юбилейный. Вот в апреле месяце в Махачкале была выставка. Там была полная коллекция моих изделий. Сюда я привезла меньше половины, потому что помещение не позволяло.